Ребята, wir Gott Dove. Ребята, wir Gott Dove. Давай. Смотри. Иван, Vasilevich changes profession. Это по comedy. Let's go. Yes, Suka? Yo, chill, bro. The volleyball. Alright, let's go. Заткнись. Let's go. Погнали. I feel like I've seen this guy before. That's a crazy intro. Shurik? Oh, he's from the other the other film we watched. WWW song, Ahuyana, Kishites, Kishites. Do you like all the credits at the start? Wait, Padajdite, in Russia, they do all the credits at the start of the film? Wait, do they do that in English? Bro, I don't even know. Yen is not. Actually, it's low-key better to do the credits at the start, you feel me, Shaj? Because nobody looks at the credits at the end, you feel me? You know what I'm saying? Alright, let's go. What year is this? Stoblet, what is that? Damn! All your smokes are gone. GG. Gloopy. This is a bong. It's a Bashoy bong. About a Stahoy bong. Hey, yo! The key, the suka is getting, you know what I'm saying? Vacuumed. Damn. Kiska? Kiska? Bushka? Find Ivan. Yeah. Sabakas or Koshkas or Koshkis, whatever. What do you guys prefer? Who said to search this up? Who's this? Yvonne the Terrible. Kto eto? Kto eto? Oh, this is the actual guy. Yvonne
Vasily, commonly known as Ivan the Terrible, was the Grand Prince of Moscow, Soviet Russia from 1533. Tsar. This is the history of this movie. The Grand Prince of Moscow. The Great Duke. Russian Tsar. Reading Wikipedia. Remember this? Ivan the Terrible? Alright. Ladna, 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 Ladna. Damn, really? Хаяна. Черт. Слушай, что такое? Опять свет выключили? Безобразие! Опять Тимофей в пробке пережег! Товарищ Тимофей, когда это кончится? Сейчас заканчиваю. Я спрашиваю, когда кончатся ваши безответственные опыты, в результате которых обесточивается весь наш корпус, понимаете? Пожалуйста. Если бы вы знали, Иван Васильевич, над каким полезнейшим изобретением я сейчас работаю, какие опыты ставлю, вы бы так не говорили. Опыты с электричеством, дорогой товарищ, нужно ставить на работе. А дома электрическую энергию следует использовать в исключительно мирных домашних целях. И сколько раз я вам говорил, я в отпуске, и потому работаю дома. И вообще мои опыты абсолютно безопасны. А я вам, как представитель общественности, заявляю прекратить. Сегодня... He murdered his own son, Иван. Что, блядь? Почему? Абсолютно. In a fit of rage. Я вам, как представитель общественности, заявляю. You married five wives? Сегодня 9 years. Сегодня пробки, понимаете? А завтра пережжете весь дом? Mm-hmm. Ну? О. А это? А это еще что? Ну вот, видали? Ну, пожалуйста. Тьфу. This is idiot? Ну вот. Дюрак. Вот, видали? Ну, пожалуйста. Тьфу. Ну что ж. Придется повысить напряжение. Опасно? Конечно, опасно. Но риск, как говорится... Yo, what are you creating, bro? Time machine. WFX. GG's. GG. Soviet FX. That's so real, bro. Проблема трудная. Планета вертится. Круглая. Круглая. Летит планета вдаль. Суматоху в ней нелегко, нелегко любить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Damn, bro. Ее давно She married, бро. Но в суматохе в ней. Нет, нет, нет. Легко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, оливы хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Okay. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга. Качается. Мне не нравится.
Legend Song? Воображаю. Что сейчас будет? Только бы не скандал. Они так утомляют, эти скандалы. Три раза я разводилась. Three times? Здесь, наверное, не считаю. Никогда я так не волновалась. Ну, ладно, пошла. Ах, Шурик, Шурик, твой аппарат тебя погубит. Ну, ведь нельзя же так. Мой аппарат, Женечка, меня прославит. И тебя тоже. Да? Am I taller than him? It's because of the heels, though. Ты прости, что я тебе мешаю, но я должна сообщить тебе ужасное известие. Sounds nostalgic. У меня сегодня в кафе увели перчатки. И я полюбила другого. Ты меня понимаешь, Шурик? Ну, перчатки, что перчатки? А? Да не перчатки, а я полюбила другого. Ну вот, свершил. What kind of Jenna is this? А? Пиздет. Только не возражай мне и не нужно сцен. For the улиц. Что? Ты спрашиваешь, кто он? И, конечно, думаешь, что это Молчановский? Шлюха, нет, это факт. Не угадал. Зуперман? What kind of Jenna comes and says, I know, I love another man? Опять не угадал. Ну ладно, не будем играть в прятки. Это режиссер Якин. Так. Такабас. Однако это странно. Это первый раз в моей жизни. Ему сообщают, что жена от него уходит, а он так. Даже как-то невежливо. Он это, как его, блондин высокий. Ну уж это безобразие. До такой степени не интересоваться женой. Блондин Молчановский. Ну запомни это уже, Молчановский. А Якин, Якин талантливый. Что? Ты спрашиваешь, где мы будем жить? Сегодня мы уезжаем с ним в Гагры выбирать место для съемки. А потом? Потом ему должны дать квартиру. Ну, если, конечно, он не врет. Наверное, и врет. Ох, как это глупо. Из это ревности глупо. Оскорблять человека. What? Она шлюха, блядь. You me? Bro, am I tripping, though? Хотя этот человек был чертовски уродлив. Не может же он каждую минуту врать. Я долго размышляла во время бессонных ночей и пришла к выводу, что мы не подходим друг к другу. Пойми, Александр, я вся в кино, в искусстве. Однако я поражаюсь твоему спокойствию. И знаешь, Шурик, как-то даже вот... Шурик doesn't care, bro. Устроить скандал. He's chilling. Не надо. Ты думаешь? Уверен. He holding it in, though. Yo, Шурик knows she for the улиц, man. Like, you know what I'm saying? You go, сука, you know what I'm saying? Ну, прощай, Шурик. Go do your thing. Шурик sad, это грустно. Только ты меня пока не выписывай. Все-таки мало ли что может случиться. Одну минуточку. Передайте Зинаиде Михайловне, что Розалия Францевна говорила, а не Ване, Кристалина Никифоровна, дубленку предлагает. Так что если я ничего не могу передать Зинаиде Михайловне, она уехала. Куда уехала? С любовником на Кавказ. Как с любовником? И вы об этом так спокойно говорите? Оригинальный вы человек. Извините, Ульяна Андреевна, я занят. Однако у вас характер. Будь я вашей женой, я бы тоже уехала. What? Если бы вы были моей женой, я бы повесился. Ебать, that's ебанутый. That's crazy. Блин. Если бы вы были моей женой, я бы повесился. Хам. Хам? What's up? Стоматологическая поликлиника? Алло! Добавочный 362. Йо! Будьте добры, позовите, пожалуйста, Антон Семенович Шпака. Будьте любезны. Антон Семенович, вас. Кто спрашивает? Какая-то женщина. Не закрывайте рот. Я слушаю. Антон Семенович, здравствуйте. Вы так
которого сейчас сегодня работаете? Говорит одна артистка. Нет-нет, не знакомая, но безумно хочу познакомиться. Нет, не знакомая, но безумно хочу... Даша Крэка! Хочу познакомиться. Так значит, до 4 будете? А я вам еще позвоню. Я очень настойчивая. Жду. Damn! Pretended. Ну-с, продолжим. Yo, that voice was good, bro. That was too good. Bro, that was actually too good. There's something about who we don't know about. Why was that so good? Так что... Хорош. Что, блядь? He's drilling him, bro. What kind of dentist is this? Hardcore Soviet medicine. Это я удачно зашел. Teeth, no problem. Bro, they're taking out his teeth, not even cleaning his teeth. It's crazy. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Ни за что. У вас есть. Who left their money just like that? Who did that? Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть. Но какое вам дело до того, что у меня произошло с женой? Разводимся мы с ней или не разводимся? Это наше личное дело. Ошибаетесь, уважаемый, это дело общественное. Вы своими разводами резко снижаете наши показатели. Так что же вы от меня хотите? От лица общественности я прошу вас повременить с разводом до конца квартала, понятно? А потом разводите сколько вашей душе угодно. Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите. В каком смысле? И опять-таки насчет вашей подозрительной машины. Я вас прошу, Александр Сергеевич, я вас прошу, заявите, а то мы сами заявим. Постойте. Bro, I'm confused, what even is that, bro? В этом аппарате нет подозрений. Что это? Просто я изобрел машину времени. Словом, я могу пронизать пространство и уйти в прошлое. Time machine. Уйти в прошлое? Прошлое. Такие опыты, уважаемый Александр Сергеевич, нужно делать с разрешения только соответствующих органов. Подождите, Иван Васильевич, этот аппарат принесет неслыханную пользу. Я вам сейчас все объясню. Ну все. О. Legendary film, it's a fuck. Oh. I mean... Mm-hmm. It looks like it is. Mm-hmm. Gazu brat, nice loot. Жопа! Hold on, whoa. Oh, shoot! You touched the goalie Tella. А сейчас мы испытаем мою машину времени в действии. Wait, what was in that again? Damn.
А сейчас мы испытаем мою машину времени в действии. Вы присутствуете при историческом событии. Попробуем сначала на близком расстоянии. Смотрите, сейчас мы пойдем через пространство. Пойдем! Шик, что, блядь? Looks like they're getting pissed up. Вы видели? Что? Вы видели? It works! Что такое? В чем дело? Что случилось? Александр Сергеевич, куда стенка девалась? В чем дело? Что такое? Здесь сейчас стенка была? Товарищ Тимофеев, за стенку ответите по закону! Видал, какую машину изобрели? Да ну вас к черту с вашей стенкой! Да дайте к черту! Полквартиры исчезла! Ничего и не сделалось! Ема! Ё-моё! Видел чудеса техники. Но такого... Я человек из умный. Простите, а вы кто такой будете? Кто я такой буду, вы говорите? Да. Я друг Антона Семеновича Шпака. А что вы делаете в его квартире? Что я делаю? Да. В его квартире? Да. Дожидаюсь моего друга. А вы что думали? А как же вы попали в его квартиру, если он на работе? Да ну вас к черту! Что за пошлые вопросы? Не обращайте внимания. Понимаете, я пронзил время. Я добился своего. Скажите, это стало быть, любую стенку можно так убрать? Стенку. Вашему изобретению цены нет. Абрайса rolled over his grave depressingly. А что вы так на меня смотрите, отец родной? На мне узоров нету и цветы не растут. Меня терзают смутные сомнения. На вас точно такая же замшевая импортная куртка, как у Шпака. Что вы говорите? Куртка замшевая. А разве во всей Москве один Шпак имеет замшевую куртку? А фамилия ваша как? Я артист больших и малых академических театров. А фамилия моя... Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл. Может быть, вы хотите вернуться в комнату Шпака? Я открою вам стенку. Нет-нет, я лучше посмотрю на вашу машину. Она мне очень понравилась. Я очень рад. Вы первый, кто увидел. Вы, так сказать, первый свидетель. Никогда еще свидетелем не приходилось быть. Вот смотрит. Вы на мне дыру протрете. Pause. Вы представляете, что вы видели? Еще бы! А скажите, и в магазине можно также стенку припаять? Конечно. А какое полезное изобретение! А вы с магнитофоном пришли к Шпаку? Do it to the bank, man. Get all the деньги. Стенки ни при чем. Дело в том, что, минуя все эти стенки, я могу пронзить пространство. Я могу проникнуть во время. Я могу двинуться на... 200 на 300 лет назад! Да-д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 а! Вы игнорировали мой вопрос относительно магнитофона. Тьфу на вас. А какая машина! Это действительно новое слово в науке и технике! Тьфу на вас еще раз. Я не могу терпеть. Мы сейчас же проникнем в прошлое, увидим древнюю Москву. Отдумайтесь, товарищ Тимофеев, прежде чем, понимаете, увидеть древнюю Москву без функций соответствующих органов. Минуточку. Кто там? И станешь на пути технического прогресса, я тебя... Тихо. Понял. That's boring, bro. Я волнуюсь. Смелее, я здесь. This is so stupid. They actually went back in time.
No way. При небесном усилению преподобному игумну Козьме. Козьме? Царь и великий князь сия Руси. Is this the guy? This our... Oh! Руси? This is what you guys are talking about. Челом бьет. The sorry king. Prince or whatever. I don't know what you guys are saying. Смотрите. Иван. Ведь это же Иван Грозный. Иди ты. Мама мия. Демоны! 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 Сгинь! 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 Пропади! Сгинь! Увы! Увы мне грешному, горе мне окаянному душегубцу! Ой, нечистая сила! Стойте! Сгинь! Куда вы? Сгинь! Подождите! Пропади просто! Куда вы? Bro, who... Why is that guy trying to... Bro, who is he trying to call, bro? Get to... Ты куда звонить собрался? В милицию! Положь трубку. Да, чё? Положь трубку! Чё? Чё положь? Трубку! Не положу! Ложи трубку! А почему это? Ложи трубку, я тебе говорю! Тихо. Положи трубку! Тихо. Задавлю шляпа! Где демоны? Ой, да! God damn. Yo! Did this break it? Yo, this is crazy. This guy's stuck, bro. Стойте, подождите. This guy used the broom thing, it was like an arrow type. Замуровали. Замуровали демоны. You're bricked up. Почему? Вот что крест животворящий делает. Царь. Закусывать надо. Bro, you tripping. Fourth wall again. So those guys got stuck in like, I don't know when this is, like 1500s or something. And then they're in the 1900s. Ye bud. Ой, как они кричат. Да они не могут кричать, они давным-давно покойники. Видали, как покойники стреляют? Отворяй, собака! А кому это он? Вам? Мне? Отворяй!
Оставь! How did your key work? Ох, тяжко мне. Молви еще раз, ты не демон. Я вам 100 раз объяснял, кто я такой. Не демон я! Ой, не лги, царю лжешь. Не человечьим хотением, но божьим соизволением царь есть. Очень хорошо, я прекрасно понимаю, что вы царь, Иван Васильевич. Увы мне, Иван Васильевич. Увы мне, кудесник, отправляй меня назад. Ну не могу, видите, из-за этого проклятого пердыша. Кудесник. Дэм! Произошло замыкание. Перегорели все транзисторы, и пока я не куплю новый, я не смогу вас отправить обратно. Так покупай! Магазин закрыт, обеденный перерыв. Ох, горе мне. Успокойтесь. Успокойтесь, Иван Васильевич. Горе мне. Вы водку пьете? Вы богатыря? Так. Анисовой, к сожалению, нет. Я говорю, Анисовой, к сожалению, нет. Столичная. What's Anis vodka? Пить. Отведай ты из моего кубка. Зачем это? Отведай. Вы думаете, что я хочу вас отравить? Дорогой Иван Васильевич, у нас это не принято. И кильками в наш век отравиться гораздо легче, нежели водкой. Пейте смело. Здрав будь, боярин. Будьте здоровы. Клюшницу водку делала. Пускай будет клюшница. Закусывайте, закусывайте. Yo, this guy eats like he's from the 1500s, bro. У меня вот тоже один такой был. Крылья сделал. Ну-ну-ну-ну-ну. Что ну-ну? Я его на бочку с порохом посадил. Пущай полетает. You see marketing films, two products, vodka, cigarettes? Нет, я не пью. Я не пью, Иван Васильевич. Спасибо. Ты меня уважаешь? Господи, Иван Васильевич. Тогда пей. Немножко. Стоп. Ну? Здраво буди. Ваше здоровье. Тича, смотри, I don't drink either. But if it came to the Russia, you feel me? You guys would force me to drink like this. You feel me? You know what I'm saying? You'll be like, hey, don't be disrespectful. Ну. Да? Это факты? Здраво буди. Ваше здоровье. Так это стало быть, ты тут живешь? Да, хоромы-то тесные. Ну, конечно, не царские палаты. Ценно собер? Ну, конечно. Все-таки отдельная квартира. А боярыня твоя где? В церкви, что ли? Боярыня моя со своим любовником Якиным. You come back and alcoholic. Врешь. Ловит. Как поймают Якина на кол посадить, это первое дело, а уж опосля. Зачем, Иван Васильевич, зачем? Они любят друг друга. Ну и пусть будут счастливы. FSB will come to arrest you. Добрый ты человек. I'll drink either, no one is able to force me. Господи, боже мой, что же это? Я тут, а там у меня шведы кем взяли? Боярин. Боярин, отправляй меня назад. Wait, did he fake drinking it? Really? I didn't even see that. He did, bro. That's me, bro. That's me. А боярин не твоя где? В церкви, что ли? Боярин моя со своим любовником Якиным. На Кавказ сегодня убежала. Врешь. Ей-богу. Ловит. Как поймают Якина на кол посадить. Это первое дело, а уж опосля. Зачем, Иван Васильевич, зачем? Они любят друг друга. Ну и пусть будут счастливы. He's thinking about that drink. Добрый ты человек. Господи, боже мой. Что же это? Я тут, а там у меня шведы кем взяли? Боярин. Боярин, отправляй меня назад. Беги, покупай эти транзисторы. Минуточку.
Я занят. Позвоните попозже. Я с тобой пойду. По улице? Нет, нет, Иван Васильевич, это исключено. Ждите меня здесь. О, Господи. Только ты, боярин, поскорей. Я и сам тороплюсь, ведь тех двоих тоже возвращать надо. Что с ними там у вас будет? Да головы им отрубят, и всего делов. Всего делов. А? Опять с ними. Вот. Живьем, брать демонов! Bro, if anything, you guys look like demons. Голову на выбор. С днём рождения, ты Иван. Шарак де Кэклин. Ain't no way they're that dumb, yo. Ain't no way they're that deep. Смотри, ребята, what's in it? What did I just see, bro? Что? Hey, yo, what? Is that Alicia Popovich? Bro, what is that? Outplayed. Стойте! That's so stupid. He was about to jump. Ney bowel movement. Идем на рождение до Джена. Ты сидор и Майя. What? Oh, he's in there. How? Нихуя, как, how? How did he get in the... Эврика! Царские шмотки! Одевайся! Царем будешь! Ни за что! Одевайся, ни убью! Ни за что! Wait, why do you look like that guy? Why do you look similar?
Bro, they look like the same, bro. If you look like clones. Am I done? Wait. That's the same guy. I knew it. You just take a bonus in there. God damn, bro. This man took a Balshroy dump. Поговори, хоть ты со мной, подруга, семиструнная вся душа, полна тобой, а ночь какая лунная ихра. Да еще много, 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 много раз. Много, много, много раз. Да еще раз. Много, 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 много раз. В чистом поле Васильки дальняя дорога. Сердце рвется от тоски, а в глазах тревога и храм. Да еще раз, да еще много, 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 много раз. Эй, да еще раз, да еще много. Yeah, why these songs actually sound good, man? Why they hit hard? Ой, не похож, ой, халтура. Дай хоть зубы подвяжу, что ли. Несчастье мое. Did you see the picture already? Понимаешь, лицо умнее. Под лица попрошу не касаться. Садись. Занимайся государственным делом. Возьми палку. Диктуй. Что диктовать-то? Ну, царь, великий князь, повторяй, всея Руси. Царь, великий князь, повторяй, всея Руси. Да не повторяй, повторяй. Тихо. Wait. Even he looks like that guy. Are these the same actors too? Занимайте государственным делом. Are they both the same actors? Oh yeah. Палку. Диктуй. Что диктовать-то? Ну, царь, великий князь, повторяй, всея Руси. Царь, великий князь, повторяй, всея Руси. Да не повторяй, повторяй. Тихо. Oh, that's the guy right here. Так вы говорите, царь и великий князь? W.I.Q. Написал, запятая. Куда это наш секретарь запропастился? В чем дело, товарищи? Я вас спрашиваю, драгоценные, в чем дело? Что? Какой паразит осмелился сломать двери в царское помещение. Разве их для того вешали, чтобы вы их ломали? W-actors. W-acting. Челом бьет. ZB's acting. Точка с запятой. Так я жду ответа на поставленный мною вопрос. Царь тут. Сидеть! А где же ему быть? Царь всегда на своем месте. Не велик, это не великий государь, найдется. Демоны тебя схватили. По всем палатам мы за ними гонялись. Хватит! А демонов-то и нету. Были демоны, мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались. Так что прошу эту глупую панику прекратить. Ты кто такой? Феофан? Дьяк посольского приказу. Хорошо, Федя, останься здесь. А остальных прошу очистить царский кабинет. Короче говоря, все вон.
Рявкни на них. Спид? Ван! Не вели косметики, иди, государь, найдешь! Ну, довольно ковыркаться. Кинулся раз, кинулся два, хватит. Что ж тебе, государь, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Аль, хворь приключилась. Ты не молчи, как пень. Я же не могу один работать. Зубы болят. Периостит у него. Флюс! Не приставай к царю! Служусь! Федь, ты брось кланяться. Эдак ты до вечера будешь падать. Будем знакомы. Не гневайся, боярин. Не признаю тебя. Аль, ты князь. Я? Князь. Пожалуй, князь. А что тут удивительного? Да откуда ты взялся в палате царской? Ведь не было тебя. Батюшка-царь, кто же ты такой? Это приятель Антон Семенович Шпага. Ой, дурак. Надежа царь говорит, что я князь Милослав. Устраивает это вас? Чур! Что такое? Опять не слава богу? В чем дело? Да ведь казнили тебя на медне. Вот это новость! Ой, дурак. Повесили тебя на собственных воротах третьего дня по приказу царя. Так. Ой, спасибо. Повесили меня по твоему приказу. Выручай, а то засыпемся. Чего ж ты молчишь, сволочь? О! Вспомнил. Ведь это не меня повесили. Того повешенного... This new guy is a Kiska or whatever. Kiska, you know, it ain't pussy, как bro. Звали? А? Ванька-разбойник. Ага. А я наоборот, Жорж. Ванька-то робер. Тот бандит просто мой однофамилец. Правильно я говорю? Правильно я говорю? Пожалуйста. Чего они там опять разорались? Давай все скажем, бро. Царя! 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 Шайбу! 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 Служивый люд царя спасенного видеть желает! Радуется! Нет, это отпадает. Некогда. Радоваться потом будем. Слать их надо немедленно куда-нибудь, ясно? Молчит проклятый. А что, Феденька, войны сейчас никакой нету? Да как же это нет, кормилец? Шведы прямо заедают. Крымский хан на Изюмском шляхе безобразничает. Что ты говоришь? Да. Как же вы допустили? Не вели казнить! That'd be role-playing, bro. Стой, Федор. This is role-playing. Садись. Пиши. Царский указ. Приказываю. Послать войско, выбить крымского хана с изюмского шляха. Точку поставь. Точка. Подпиши, великий государь. Я не имею права подписывать такие исторические документы. Йоу, завали ебалу. Да я не имею права подписывать. Yo, I don't like this guy, bro. Держи, Федя. Расскажи им, чтобы назад не торопились. Пусть на обратном пути Казань возьмут. Ну, чтобы два раза не ездить. Как же это так, батюшка? Ведь Казань-то наша. Вы ее давным-давно взяли. Да? Ну? Это вы поспешили. Не вели казнить. Ну, ладно, ладно. Раз уж взяли, так уж и быть. Не обратно же им отдавать. Ну, ступай. И чтоб духу их здесь не было через 5 минут. Покунем! Покунем! Ugly ass laugh, bro. Запивай! Ой, дурак! Ми вьен конзнит. What's that? Ми вьен конзнит. What's that? Зеленою весной, под старою сосной, с любимою Ванюша прощается. Хочу грозвенит, и нежно говорит, и плачь, Маруся, красавица.
слезы ее от грусти болит душа ее. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают. I like the songs though. I like the songs in this. Кап-кап-кап. Маруся, от счастья слезы. Маруся, как усли, душа ее поет. Кап-кап-кап, кап-кап-кап. The cap is drop. Russian. Hey yo. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси. Кап is drop. Кап-кап. Капают прямо на копье. Cap, drop. Маруся, Ну, пошли дела кое-как. Что же ты изобретатель свою машину времени назад не крутит? Господи, какой скандал меня дома ждет. А что такое? Я же не сказал время, куда я пошел. Маруся, да? А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. No way. Александр Сергеевич, извините, что я беспокою вас во время вашей семейной драмы. Скажите, Иван Васильевич не у вас? Его по всему дому ищут. А? А нам все равно, твердо верим. Damn, look at the dealer, man. Man, the plug, man. You feel me? He's a scientific plug. You feel me? He got all of it. Damn. Yo, my yo. Добрыня. Man's having a lavish sleep, bro. Oh shit, this guy's gonna go crazy when you see her, bro. You're gonna go crazy, you're gonna get horny. Какой подлец. И зачем я открылась этому святому человеку? Шурик, ты дома? Шурик. Should we come back? She coming back, you know what I'm saying? She knows she wrong now. They always come back, man. They always come back. Шурик. What? Нихуя себе. How did he do that? Alright, this guy's a real magician. Что это? Господи! Так это ж я чемодан подлеца Якина взяла! Мало того, что эта истеричка устроила скандал на... He chose that girl! Yo, this guy's taste is crazy. Yo! He chose that girl instead of... This guy is horny, you know what I'm saying? Студии. Она еще перепутала наши чемоданы. Это за час до самолета. Карп Савельич, я просто не верю своему счастью.
What did you keep doing that? What? She looks like... What? What is that? I'm so confused. Yo. She's just for the dangy, you know what I'm saying? She just wants the dangy, you know, cap. Why are you getting, after you kiss someone, you spit? That's so disrespectful. Жди меня, и я вернусь. Алло, Анюта, ты себе не представляешь. Я сейчас улетаю в Гагры с самим Якиным. Я думаю, Зинаида Михайловна, вы прекрасно понимаете. После того, что вы учинили на студии, между нами все кончено. Карп Савельевич? Йо, this guy's a Сутино, man. This guy's a Billy Сутино. Вы негодяй. Попрошу вернуть мой чемодан, а вот ваш. Надеюсь, все мои вещи целы? But like, still look, you know what I'm saying, вообще? Like back in the days, though, like, yeah, буй, you feel me? You know what I'm saying, Anna? Get the fuck though. Back in the days, man, she nice. Есть все мои вещи целы? Ах, негодяй, подлец! Я бросаю мужа, этого святого человека со всеми удобствами, гениального изобретателя. Еду к этому подлецу. Боже мой, какой текст, какие слова. Вы еще не знаете настоящих слов. И за 2 часа до отъезда я застаю у него какую-то кикимору, которую он хватает за руки. Did you call that girl a witch? She called the other girl a Baba Yaga. И вообще ведет себя как последний мерзавец. Я проходил с ней сцену, истеричка. Это моя профессиональная обязанность. Профессион де фуа. Кикимора. Хватит. С меня довольно. Я ухожу от вас. К режиссеру Будимиру Косому. В его постановку Борис Годунов. Ха-ха. Косой халтурщик. А вы бездарность. У него я буду играть Кики. Царицу. У Косого никого нет на роль Иоанна Грозного. Что? Нет, я... Yo, this guy is shook, bro. Косого никого нет на роль Иоанна Грозного. Что? This is like, what? What do you mean? Что за то значит? Нет, Иоанна. Да я уже репетировала с ним. Где репетировали? Здесь. Вот в этой вот комнате. А кто играет Бориса Царя? Кто? Какого Бориса Царя? Бориску? Что это такое? Бориску на царство? Как, вы действительно репетируете? I think they're role-playing, bro. It's crazy. Он лукавый, презлым заплатил за предобрейшее. Сам захотел царствовать и всем владеть. Повинен смерти. Боже, какой типаж. Браво, браво. Прошу вас, продолжайте. Ты по что боярню обидел, смерть? Замечательно, поразительно, гениально. Слушайте, я не узнаю вас в гриме. Кто вы такой? Сергей Бондарчук? Нет. Юрий Никулин? Нет, 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 нет. Боже мой. Боже мой. Иннокентий См... How does Изи Бало do that? Solid Ибало? What the? Иннокентий Смоктуновский. Кеша. Bro has no brain. Как же вы скрыли от меня это? Ах ты, бродяга, смертный прыщ! Ты что, спятил?
Вот а тебе, сукин сын! Кешо, это не остроумно! Что ты делаешь? Боже мой! Ах, негодяй! Ай, сукин сын, прелюбодей несчастный! Это настоящий царь! Ну, хулиганство! Вот, на помощь! Спасите милицию! И на колени, черт! Попался прелюбодей, сукин сын, ёкин! Молись! God damn! Прощайся с жизнью! Ах, это вы репетируете, Зинаида Михайловна? Репетирую. Какая же это репетиция? Позвоните в милицию. Куды? Я здесь, я здесь. Натурально, Pause. Как вы играете. И царь какой-то такой типичный. Yo, this is stupid, bro. На нашего Буншу похож. А меня же Зинаида Михайловна обокрали. Собака с милицией обещала прийти. Ты чьих будешь? Вы меня извините, товарищ артист, но что такое чьих? Чей холоп, спрашиваю? Извините, но я вас не понимаю. Ух, сущий глупый холоп. Я извиняюсь, но что это все холоп да холоп? Что это за слово такое? Это он из роли, из роли. Ну, вот роль такая. Это роль ругательная, я прошу ее ко мне не применять. Боже мой, ну и домик у нас то обворовывают, то обзывают. А еще боремся за почетное звание Дома высокой культуры быта. Это же кошмар, кошмар! Ну, любострастный прыщ живота или смерти просил, боярыни. Живота. Живота, живота. Пощади его, великий государь. Живота. Ну, ну, будь по-твоему. Выслушайте меня, Карп. Только умоляю вас, спокойно. Это настоящий Иван Грозный. Oh, she knows. Помните, я вам говорила про машину времени. At least she knows now. Шурику удался этот опыт. Damn. Red Tiggy. Better with that big ass knife, bruh. Он же мог меня зарезать. И между прочим, правильно бы сделал. Oh, is this the picture? This is the picture? Бред. Какой Иоанн Грозный? Он же давно умер. А кто умер? Я не про вас это говорю. Это другой, который умер. Который... Is that Kaniz Kazantra? Ты боярыню соблазнил. Я. Аз есть. Житие мое. Какое житие твое, пес смердящий? Ты посмотри на себя, житие. Зинаида, подскажи мне что-нибудь по-славянски. Паки? Паки, паки. И же херувимы. What is happening? Смилуйтесь. Между прочим, вы меня не так поняли. Да как же тебя понять, когда ты ничего не говоришь? Языками не владею, ваше благородие. Любишь боярыню? Люблю. Безумно. Ах, боярыня красотою лепа. Червлена губами, бровистая. I want to learn old Russian words, man. Someone teach me old Russian word. Чего тебе еще надо, собака? Ничего не надо, ничего. Ну так и женись, хороняка. Князь отпускает ее. Прошу вашей руки, Зинаида Михайловна. Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою... Bro, she looks like a crack addict, bruh. Якин has left his witch, bro. You look like the witch, bruh. Ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры. Ну, борода многогрешная, ежели за тобой что худое проведаю... Клянусь. Не перебивай царя. Слушаюсь. Жалую тебе шубу с царского плеча. Чика? Благодари, благодари. Вельми понеже, весьма вами благодарен. Великий государь, вам нельзя в таком виде оставаться. Мало ли что могут подумать. О, Господи, Вседержитель, ведь я-то забыл, где я, Господи. Забыл. Переоденьтесь, Иоанн. Васильевич. Ой, бесовская одежа. Ух, искушение. У меня путаются мысли. Шуба,
царь. Где Шурик, man? He needs to come back, bro. Да перестань ты нервничать. Ну и Анну Грозный. Ну что тут особенного? Пойди лучше помоги царю переодеться. Слушаюсь. Алло, Вава, ты сейчас упадешь. Господи. Да чего ж на нашего больше похож, а? Джип, ты got the влага. Что вы, Вава? Он влага. Очень идет. Дорогой царь. Адидас? По элику мы зело на самолет опаздываем. Юкейтес. Катертью дорога. Позвольте вас поблагодарить за все. А вы очень темпераментный человек. Man, drippy now, bro. Yo, you horny, bro. On horny. And she's still a шлюха, man. Алло, Шурочка, представь себе, Якин влюбился в меня как мальчишка. Сделал мне предложение, и мы сейчас улетаем с ним в свадебное путешествие. Целую. Трогай. Ух, красота-то какая. Лепота. Damn. That beard is Лепота. Even... That's Moscow. Перекур. Лепота. Посол шведский. В чем дело, фей? Ой. Посол шведский. Принять просят. Лепота is the best city in Russia. Oh shit. Видите гражданина посла. Сдвинь брови. Сдвинь брови. Slow, man. He's so like. He actually makes me mad, bro. He's so dumb. Der großer König, das schwedischen Königsreich, sende mich, seinen treuen Diener, zu ihnen, Zar, I heilige Knäse. What Ivan the? Ivan Vasilievich, Usarussa. What the? Интурист хорошо говорит. А что он говорит конкретно? Что? А пес его знает. Дяденька. Надо бы переводчика. Был у нас толмач немчин. Ему переводить аулыка не вяжет. Мы его и в кипятке и сварим. Swedish or German? Или немчин. Ему переводить аулыка не вяжет. Мы его и в кипятке и сварили. Нельзя так с переводчиками обращаться. Шведыш армен Роберн Хат. Отвечай, Шведыш. Видишь, человек надрывается. Гитлер. Как будто... What? Что? Oh! I was just like, the first thing this is, Hitler is crazy, bro. This is Ебанути. Видишь, человек надрывается. Гитлер, как будто...
Продолжайте, мистер посол. Мы с вами совершенно согласны. Кэмп с кого? That's all you say. Капут is dead? Правильно. Совершенно... Совершенно правильно. Послушайте, товарищ. Товарищ, можно вас минуточку? Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно. Да понять его, надежный царь, не мудрено. Они кемскую волость требуют. Воевали, говорят. Так подай ее сюда. Что-что? Кемскую волость? О, я. Кемская волость. О, я. Да пусть забирает на здоровье. Я-то думал, господи. Я. Как же ты так кормились? Царь знает, что делает. Государство не обеднеет. Забирайте. Забирайте. Не вели казнить, великий государь. Вели слово молвить. Да ты что, сукин сын, самозванец, казенные земли разбазариваешь? Это вообще дурак, бро. Вообще, this guy is stupid. Великий государь, вели слово молвить. Like, what are you even doing? Да ты что, сукин сын, самозванец, казенные земли разбазариваешь? Так никаких властей не напасешься. Так что передать, мой король? Передай твой король мой пламенный привет. А кемская волость? Такие вопросы, дорогой посол, с кондачками решаются. Нам надо посоветоваться с товарищами. Зайдите на недельки. Да, кстати, вам от меня лично маленький сувенир. Хо. Держи. Сукин сын, да. Эй, йо! Ну, auf Wiedersehen. I'm trying to give him a hickey. Короче говоря, чао. Все свободны. This guy's a good actor, bro. This guy should be an actor for real, man. He's a good actor. He stole the chain. Да, конвой тоже свободен. He's a good actor and a robber. Конвой свободен. He still where? Говоря, чао. Ну, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir. All right there. Ну, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir. Короче говоря, чао. Все свободны. Man's in the 1500 and still stealing, бро. Конвой свободен. Ты чего, отец, ползаешь? А, посол рыцарский орден с груди потерял. Нельзя быть таким рассеянным. Смотреть надо завещание, когда в комнату входишь. Да чего ты, Федор, на меня таращишься? Уж не думаешь ли ты, что я взял? Да что ты, что ты? Ты не брал? Не брал. А может, за трон закатился? Не брал из тейк? Нет. Ну, нет так нет. От горя, а. Меня опять терзают смутные сомнения. Уж пока магнитофон у посла медальон. Ты на что намекаешь? Я тебя спрашиваю, ты на что царская морда намекаешь? Татарский князь Едыгей! Государю! Нет. Сколько можно? Прием окончен. Обеденный перерыв. Царь трапезничать желает. Это сон какой-то. Минуточку. За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет? Во всяком случае, this не fish? What is that? Бедунчик, а там что такое? Лепота.
Здрасте, пожалуйста. Я его по всему дому ищу, он в чужой квартире сидит. Ты что отворачиваешься-то? Иван Васильевич, посмотрите, как мою квартиру обработали. Это же... Знаешь, что я здесь же? Лепота. Здрасте, пожалуйста. Я его по всему дому ищу, он в чужой квартире сидит. Ты что отворачиваешься-то? Иван Васильевич, посмотрите, как мою квартиру обработали. Это же все же, что нажито непосильным трудом, все погибло. Да на кого ж ты похож, а? Ты же окосел от пьянства. Тебя же узнать нельзя. Ты что напялил-то на себя? Магнитофон импортный, пиджак замшевый. Он же пьян. Портсигар золотой отечественный, ничего же нет. Он же на ногах не стоит. Ты куда? Да что же это такое, а? А ну ступай домой, алкоголик. Ставь меня, старушка, я в печали. Старушка? Ах ты нахал. Я же на 5 лет тебя моложе. А ну пошли сейчас же. Да ты ведьма! Even someone that just came from the 1500s still gonna call her a ведьма is crazy. А тебе чего надо? Уважаемый Иван Васильевич, я прошу засвидетельствовать. Вот список украденных вещей. Украли 2 магнитофона, 2 кинокамеры, 2 портсигара. Пожалуйста. Так челобитную царю подаешь? Позвольте, вы не хулиганки. Что это за пьяные выходки? Я на вас жалобу подам, коллективную. Да ты, я вижу, холоп, не уймешься? Алло! Бро! Алло! Психиатрическая больница! Man just pulls out his knife on everybody. У моего мужа белая горячка. На людей кидается. С ножом. Остановите жестянника! Уберите руку! A husband? You know his husband? Вы гляньте, гляньте на нашего активиста! Это же вооруженный бандит! Смерть! От смерда слышу! Холоп! Смерть! Сейчас милиция разберется, кто из нас холоп! Милиция! Милиция! Умоляю вас, подождите, это не бунш. Как это не бунш? Это Иоанн Кросный. Настоящий. Smelled. Я занят, позвоните попозже. Боже мой, что делается? Я открыл вам тайну. Вы порядочный человек, ну умоляю. Обещайте молчать. Ну что вы, даю честное, благородное слово. Спасибо, спасибо вам. Что вы, что вы, что вы? Алло? Милиция? Милиция? Это, говорит, сегодняшний обокраденный шпак. А я не по поводу кражи. У нас здесь дело почище. Инженер Тимофеев свою квартиру живого царя вызвал. О, Господи! Я не пьющий. С кинжалом. Холодное оружие. Даю честное, благородное слово. Жду. Жду. Нахуй попу. Воображаю, какая сейчас драка на Изюмском шляхе идет. Да это ладно. Фей, ты что там? Жмешься около почек. Иди сюда, не стесняйся. Держим. Давай с тобой на брудершафт выпьем. Слушай, старик. У вас в ювелирном магазине драгоценности принимают? М? Сделаем. Вздрогнули. Царица к тебе, великий государь. Видеть желает. Зря снял. Федя, иди к почкам. Зря снял. Не царская у тебя физиономия. Чего-чего? Ну-ну-ну, попрошу. С кем говоришь, холоп? Дорогая царица, очень рад. Очень рад. Очень рад познакомиться. Очень рад. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь. Очень приятно, царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь. Царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Прошу вас. Прошу вас. Нашему стойку. Сюда, прошу, пожалуйста. Попрошу вас. Так. По-моему, мы с вами где-то... You guys said the Lord Sir had 5 wives or something. Is that his wives? Встречались. Ты что плетешь, гад? No. Человек, человек! Официант, почки один раз стоится. Простите, одну минуточку.
Простите, ваше имя, отчество? Марфа Васильевна я. Чудесно. Очаровательно, Марфа Васильевна. Ну, очаровательно, Марфа Васильевна. Димочка, крудомодный? Ой, что вы, а что вы. Ну, не откажите. Будьте здоровы. El Riz. Drunk Riz. Вот вы говорите, царь, царь. А вы думаете, Марья Васильевна, нам, царям, легко? Да ничего подобного, обывательские разговорчики. У всех трудящихся два выходных дня в неделю. Мы, цари, работаем без выходных. Рабочий день у нас нервированный. Ну, закусывайте, Маргарита Васильевна, закусывайте. Все оплачено. Если хотите знать, нам, царям, за вредность надо молоко бесплатно давать. Журнал здоровья так прямо и указывает. Нервные клетки не устанавливаются. Все в трудах, великий государь, а кипчела. Марго, эй, единственный человек, который меня понимает. Ну, еще рюмочку под щучью голову. Ну что вы, что вы. Скажите, пожалуйста, у вас нет отдельного кабинета? О, да ты, ваше благородие, нарезался. Но. Что же вы, маэстро, молчите? Ну-ка, гляньте нам что-нибудь. Man's trying to get her drunk. Trying to get her... Man is trying to get her boy. Sexual harassment risk. Туча! Туча! Пане сильные громы пьяными. Эй, я чил, бро! Громы! Куда едет собака, крымский царь? Собака! Какая это собака? Не позволю про царя такие песни петь. Распустились тут без меня. Что за репертуар? Is it because the guy, sorry, whatever, never drinks like that? Вас. Надо что-нибудь массовое петь, современное. Как это? Траливали, тили-тили, это нам не тили-тили. Это мы... Собака is a curse word in Russia. Ти-собак. Не траливали. Спокойно, Ваня. Будет сделано. Простите, как ваше имя, отчество? Марфа Васильевна я. А, ну да, Марфа. Эх, Марфуша, нам ли быть в печали? Да ты, батюшка, только скажи, как а это? Мы берем. Тихо. Счастье вдруг в тишине ти-собак постучалось. В двери, неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Ты пришло, ты сбылось. И не жди ответа. Без тебя как жилось Мало, не Мало. На свете этом. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все это все не напрасно было. Танцуют все! Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Нет, я где-то плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Вот как в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно.
What is that? What is that? Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Звезд я где-то был за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. You hit that hard, bro. Orthodox classic? Bro, I said he was hitting that. Войско взбунтовалось. Говорят, царь не настоящий. Дорогой самодержец, мы пропали. Я требую продолжения банкета. Как пропали? Почему? Вы! Подождите! Wait! Подождите! I might have missed something. Wait, did they realize he's not real or something? Like, cause he... Wait, hold on. Whoa. What happened actually? They realize he's fake because he just keeps drinking. Because he's... Так что бухой. Пропали. Я требую... Не настоящий! Войско взбунтовалось. Говорят, царь не настоящий! Дорогой самодержец, мы пропали. Я требую продолжения банкета. Как пропали? Почему? You keep drinking, bro. Нахуй попу. Здесь. Я бы когда как called the police. Скорее, князь, возвращай меня обратно. Через 3 минуты все будет готово. The ops are showing up in the 1500s and the 1900s. Блин. Нихуя себе. Сейчас, Иван Васильевич. Вы пока переоделись в свое царское. Фу, черт. GG's. Курите? Не курите. Правильно делайте. Я тоже не курю. Ну, а все-таки кто вы такой, а? Аз есмь царь. Кличка. Тихо. Фамилия? Рюриковичи мои. Имя, отчество? Иоанн Васильевич. Иоанн. Год рождения? 1533 от Рождества Христова.
пошутим. Тоже мне тропунька и штепсель нашелся. Тихо. Где живете? В палатах. В каких палатах? Адрес, адрес ваш! Да ты скажи, какая вина на мне, боярин? Тамбовский волк тебе, боярин. Квартиру Шпака выбрали? Шпака? Да. Казань брал. Астрахань брал. Ревель брал. Шпака не брал. Вот он! Замери тебя, голубчик! Дождался пьяница! В чем дело, граждане? Вы кто? Товарищ лейтенант, жена я этому алкоголику. Врешь! Какой ты мне жена, старуха! О, допился до чертиков. Жены не узнает. Психиатричку пришлось вызвать. Ах, вот оно что. То-то я смотрю, он какой-то бред несет. Казань брал, Астрахань брал. Царем себя называет, Иваном Грозным. Белая горячая. Типичный случай. Ой. А как настоящая фамилия этого больного? Бунша Иван Васильевич. Врешь! Ведьма! Тьфу, видеть его не могу! Внимание! Приготовились, Иван Васильевич! Живем, брать самозванцев! Икра черная! Ха-ха! Икра красная! А-а-а! Икра заморская баклажанная! Not again, bro! Not again! Chain. In it. Have you tried eggplant caviar? Whatever that is. I don't like eggplant, so I probably. Nice. Cuck. How? Eggplant yet. But how did that just turn into a bomb? How did a lighter turn into a bomb? Cuck. Иван Васильевич, торопитесь. Прощайтесь. Yeah, it came in clutch. Живы? Живы. Рассказать никто не поверит. В милиции поверят. Вы еще ответите за ваши антиобщественные опыты, хулиган. Великий государь, одну минутку. No way. Ни за что. Интересное кино. Что это у вас, товарищ ученый? На площадке милиции вроде дежурит. А, это вашего друга Шпака сегодня обокрали. Что вы говорите? Ой-о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 й. Угу. Еще одного задержали, товарищ лейтенант? Не задержали. Не задержали, а я сам к вам шел, к вам. Сам чистосердечно во всем признаться. How are they gonna make them look like they're in the same room? С восторгом предаюсь в руки родной милиции, надеюсь на нее и уповаю. Вы кто такой? Бунша Иван Васильевич. Значит, вы утверждаете, что вы якобы Иван Васильевич Бунша. Ну, ваши документы. Дома оставил. Минуточку. А кто может подтвердить вашу личность? Кто? Ну, да кто угодно. Да кто угодно. Хотя бы жену мою спросить у Леона Андреевна, она всегда подтвердит. Так. А вы в чем-то хотели чистосердечно признаться? А, ну да, каюсь, что хоть не по собственной воле, а по принуждению князя Милославского, временно являлся исполняющим обязанности царя. Какого царя что? И вы царь? Царь! Ну царь, и Иван Васильевич Грозный. Жжешь, собака! Аж ешь, царь! Отец! Отец, куликар! Пс,
все, все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. He's fought himself. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая, три куртки. И они еще борются за почетное звание Дома высокой культуры быта. А? Ульяна Андреевна, скажите еще раз, кто это такой? Господи, да я же вам говорила, товарищ лейтенант. Муж мой, Иван Васильевич Бунша. Теперь тебя вылечат, алкоголик. Чудненько. Ну, а это кто такой? What? Алкоголик. Чудненько. Ну, а это кто такой? Damn, WFX, man. Самозванец. От самозванца слышу. Вот так. Ну, это W-Edit. Боже мой. Иван Васильевич Больша. Bro, she look like a cow or something. И тебя вылечит. She look like... Так что же, выходит, she moaning, bro? She look like a... That girl from Shrek or something. I don't even know. Выходит два. Йоба Бунша. Опа. Фиона? Bro, you look like Fiona. That's what I'm saying, bro. Ain't it Fiona? Yeah. Fiona Shrek. What the fuck, dude? Yo, hold on. No, I found it. It the fucker. Yo, my yo. That's the same person. Duh. That's the same person. It the fucker. The same person, bro. I'm not alive. I'm sure it is, bro. Nipis dish. Both of them. She just wants a three or something, bro. Sex triumph. Выходит два. Йоба Бунша. She horny. What? Опа. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат. Yo, you butt. Yo, this guy's face is crazy. This guy's actually shook, bro. This guy is shook. Bro, he's scared, bro. It's a beast. То, что вы рассказали, грандиозно. Вам, как очевидцу, цены. Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. Man's like, торопиться what? Не надо. Сесть я всегда успею. Yo. Неужели ты ко мне верю и не верю? Падал снег. Ульяна Андреевна, я царствовал, но вам не изменил. Меня царицей соблазняли, но не поддался я. Клянусь. What in the Черт world? Побери. У нас в руках был сам Милославский. Жорж Милославский? Ну да! Задержать его! Быстро! Сейчас. Стойте! Стойте! Держите Милославского! Держите его! Я был абсолютно уверен, что отправил вас обратно. Торопись, торопись, князь, крути, крути свою машину. Где ж вы были все это время? Милицию замели, дело шьют. How do you even go back to your time knowing what you know now? Погоня, князь, погоня, скорей!
Скорей! Скорей, господи! Бегите, Иван Васильевич! Бегите! Быстрее, быстрее, Иван Васильевич! Бегу, бегу уже, бегу! Господи, какие мои тяжкие, бегу! Фу, сгинь, нечистая сила! Прощай, князь! Счастливо! Не поминайте лихом, Иван Васильевич! Иван Васильевич! Это безобразие! Опять обесточили весь дом, понимаешь? Он просто издевается! Имейте в виду, мы будем жаловаться на вас в соответствующей инстанции! Что у вас... Что такое? Ах ты, хулиган! А еще очки одел! Ишь, не думай, ты изобретатель! Я тебе такой... Ты не обрадуешься! Поможем, поможем! Интеллигент несчастный! Выучили вас на свою голову! Облысели все! Что это? Все мне почудилось? Или вправду было? Иван Грозный... Милославский. Ты ведь меня же сильно брось! This is спасибо большое for lollipop for subscription. Здорово меня стукнуло. Кожима genius? А вдруг не бред? Господи, что у тебя творится? Wait, they're trying to say, what if all that was just a dream? That's what they're trying to say. He was just knocked out from when, Wait, hold on, hold on. Put that you need to. Wait, hold on, hold on, hold on. I need to make sure I know what's going on. I was distracted. Это безобразие! Опять обесточили весь дом, понимаешь? Он просто издевается! Имейте в виду, мы будем жаловаться на вас в соответствующей инстанции! Что, вас уже выпустили из сумасшедшего дома? Что такое? Ах ты, хулиган! А еще очки одел! Ишь, ты изобретатель! Я тебе такое изобрету, что ты не обрадуешься! Поможем, поможем! Интеллигент несчастный! Выучили вас на свою голову! Облысели все! ADHD. Все мне почудилось. Или вправду было. Иван Грозный. It's a dream. All that. Ты ведь меня ж сильно бросила. Да нет. Бред. Здорово меня. That was all a dream. Стукнуло. А вдруг не бред? Господи, что у тебя творится? Накурил, надымил. И, конечно, еще не обедал. Ты не уехала в Гагры? Какие Гагры? Ты совсем сойдешь? She's not a шлюха. She's a good woman. С ума со своей машины. Она нет шлюха. Где ты такую шишку посадил? Ew, what the hell? I didn't see that. Зина, скажи честно, где ты была сейчас? На репетиции. She a good girl. Я спрошу прямо. Ты любишь Якина? Какого Якина? Да что с тобой, Шурик? Не притворяйся! Он ваш кинорежиссер! Никакого режиссера Якина у нас нет. Правда? Ой, ну, честное слово. Ура! Угнали, Томис! Подождите.
Oh, it's a cat. It's a cat. It's a кошка. It's a кошка. Ciao. What the? Damn. So all that movie was a dream. But this is Zibanuti. I don't even know how to feel. I don't know how to feel about that. This is a good ending. It's a good ending, but that was all a dream. All a cauchemar. A bad dream. It's a Yibanuti. It's a fucked up. Yo. See, I don't like when that happens, though. Then now, just now, like, I'm sure, like, I don't know if I even like it no more, bro. So it's just all a nightmare. I don't like when those happens in shows. I'm not gonna lie. It makes me mad. It makes me mad when that happens. It was good, but like, it was okay. It was okay for me, bro. It wasn't the best. You know what I'm saying? It was not, for me, it's not Zay Beast. But it's still, I liked it, but it's not Zay Beast. You feel me? Like, out of day seats, I'll give it like a, you know what I'm saying? Like a seam. They hinted it at the beginning. Bro, I don't like movies or shows that's all a dream, bro. I don't like that. In my opinion, Babisha, I don't like that. You know what I'm saying? I want it to be real, man. You know what I'm saying? It's a Russian classic. Me personally, I don't like it when it's all a dream. But it was decent. It was good. It was decent. You feel me? Time traveling to start change the past, everything changed. Damn, bro. Yo, my yo. It was good, bro. What do you guys think about it? What do you guys think about it? You guys liked it? Atlishna? Tridesna? It's always on TV on New Year. Rihanna. Oh, shit. Legendary movie. Super. Smeshnoi film. It's good. It was funny. Day seats. It's cool comedy. It's funny, though. It's funny. Iconic. 70 out of 10. 10 out of day seats. 10 out of 10. Actually, it was my first time to see the whole movie. Songs are good. Oh, I like the songs. Day seats. Songs at day seats. Songs at the day seats, man. Songs at day seats. That's a factor. Songs at day seats. At the bazaar, day seats are good, but very obvious. Cap, 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 cap.